Только в этом году на территории нашего региона произошло 67 ДТП с участием автобусов, в которых 5 человек погибли, 94 получили ранения различной степени тяжести. Для предупреждения таких аварий на территории Пензенской области был организован рейд «Автоперевозчик». Сотрудники госавтоинспекции проверили техническое состояние пассажирского транспорта перед выездом на линию, а также провели контроль водителей, осуществляющих перевозку людей. За время проведения рейда в отношении водителей пассажирского транспорта был составлен 231 административный материал, в том числе 52 водителя привлечено за нарушение применения ремней безопасности, 45 за нарушение правил маневрирования, 22 нарушения правил перевозки пассажиров. В отношении 27 водителей автобусов были составлены административные протоколы за управление транспортным средством при наличии неисправностей. Еще 5 вышли на маршрут, не проходя технический осмотр вовсе. 7 нарушили требования использования тахографа. За это к ответственности привлекут и тех должностных лиц, которые занимаются выпуском машин на линию.